Осенью, например, температура воды еще сентябрь, вот продолжается такая жара, вода больше 30 градусов, на улице тоже средняя температура, там выше 35 градусов, ну 35-36 градусов. Прежде чем смотреть это видео, подписывайтесь на наш канал. У нас есть также телеграм на ютубе, у нас есть также телеграм-канал, где рассказывается об инвестициях в недвижимость, о переезду в Дубай и русскоязычный чат, где можете задать любые вопросы, если я что-то не рассказал. Там вам ответят ребята, те, кто живет или кто здесь туристы отдыхают. Лучше всего ехать в Дубай. Смотрите, самое идеальное время для отдыха здесь. Это считается где-то конец октября, я бы даже сказал ноябрь. И с ноября по апрель, с конца октября по апрель. Ноябрь, начало декабря, либо март. Начало апреля, март-апрель. Вот для меня самое идеальное время отдыха. Летом здесь очень-очень жарко. Ну, очень жарко. Погода где-то в среднем там... Даже погода воды достигает, например, июль-август 35-36 градусов. Если в зимнее время, то есть в зимнее время здесь примерно 24-32 градуса. Вот с октября по апрель 24-32 градуса средняя температура. Поэтому для меня, вот я как говорил уже, самое идеальное время – это ноябрь либо начало декабря. Потому что во второй половине декабря еще следует учитывать, что здесь новогодние, рождественские праздники. Очень-очень много людей. Цены, следовательно, взлетают на все. На гостиницы, на экскурсии, на аренду машин, на все. Плюс очереди могут быть, популярные музеи, там, музей будущего, и так онлайн надо записываться за несколько дней, еще они могут быть больше. Ну, я просто не люблю новогоднее столпотворение, зачем платить больше денег, если можно полететь. Вот вам еще лайфхак, допустим, если у вас есть возможность полететь сюда 10-11 января, цены будут в два раза ниже, погода классная для отдыха, и не будет столпотворения туристов. Либо до 20-х чисел декабря. Стоит учитывать, что сюда летят люди, например, из европейских стран, где католическое Рождество 23-24 декабря. Поэтому, если хотите именно выгодные цены, то летите до этого времени. Октябрь в Дубае. Октябрь в Дубае — хорошая погода, по-прежнему жарко. Где-то днем получается в районе 33 градусов, ночью уже 22-24. Вот в первой половине октября в Дубае, например, вода где-то около 31-32 градусов, то есть прям теплая. Даже, ну, мне такая не нравится, мне более нравится такая более прохладная, бодрящая, когда ты с солнца заходишь и освежаешься. Ну, вот во второй половине октября вода где-то 29-30 градусов. Но что очень хорошо, вот я был в октябре много раз, в феврале. Например, в феврале цена на отели где-то почти в два раза выше, чем, допустим, в октябре. Потому что многие еще европейцы не приезжают в Дубай, у них в октябре и так хорошо. Да и во многих частях там России, Казахстана, других стран. А вот в феврале самый пик. Поэтому, например, классное время, уже тепло, хорошо для отдыха, но нет таких цен на отели. Что еще делать вот во время жары, например, днем, если жарко, не нравится такая температура, расскажу чуть дальше. И не забудьте подписаться на наш русскоязычный чат, там уже более 11 тысяч человек. Можете задать любые вопросы об отдыхе, о погоде в Дубае на сегодняшний день, ну и все, что вас только интересует. Ноябрь. Ноябрь — отличное время для отдыха. По мне самое то, днем 30-31. Выше температура не поднимается, жары нету. Ночью уже может быть прохладно, но легенькую курточку там надеть. Ну, легкую, допустим, кофту. Но еще нет, допустим, моря теплое, где-то 27 градусов, в районе 27, можно купаться. Могут чуть начинать уже к концу ноября небольшие ветра, но опять для отдыха это никак, по мне, сильно не мешает. Какой бы я еще дал совет тем людям, кто хочет приехать отдохнуть в Дубай? Я вот купаюсь часто, я не люблю эту солнечную полуденную жару. Если я хочу на пляж, я где-то до 11, там провожу время на пляже, до 11:30.
потом кушаю, либо иду занимаюсь работой, либо иду, например, если вы турист, можете сходить в торговый центр по этому времени погулять, вечером на закате выйти снова покупаться, либо покататься, например, на кораблике, здесь очень красиво есть, на Дубай-Марине, в районе GBR, такие небольшие экскурсии по Дубаю, сходить на шоу поющих фонтанов, вечером оно очень красивое. Вот, в принципе, если вы так будете проводить день, вы сможете абсолютно в любое время отдохнуть, даже когда жаркая погода, и максимально насладитесь и морем Дубая, и пляжами, и шопингом, и увидите тоже ночной Дубай и все его развлечения. Забудьте подписаться на наш телеграм-канал о переезде в Дубай, об покупке недвижимости и на русскоязычный чат, где задавайте любые вопросы, если я что-то здесь недорассказал. Там отвечаю я и много людей, кто уже переехали жить в Дубай и живут здесь, либо туристы, которые...